Арсений снялся, короче. А ехал чисто, кстати. Давай, Катюха. Нет, Маня, не вали. Фу, блин, зачем я это сказала? Ну. Не трогай ты ее ногой. Молодец! Катя, молодец! Да. Ты говорила. Нормально. Я сейчас буду писать кипятком. Давай, ластовка. Не позорь. Ты же похож на Мишу. Не позорь матку, мамку. Да. Матку. Батьку. Батька. Когда пятки отрываешь, ты батькан меня напрягаешь. Чё? Ой, блин, сейчас этот барьер. Давай, давай, я верю в тебя. Я верю в ананас. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. Нет! Получил по сраке, уродец. Раз, два, пошел! Молодец! Ну ладно, дальше ничего сакотного нет. Только бы не сбил. Да. Вот он реально, он закинулся только из этой... Закинулся. Он вообще ссыкует? На домик. Он ссыкует часто? Да. Но он второй рыбы раз не ссыковал. Видишь, прыгнул же. Ему главное объяснить, что ссыковать нельзя. Ну, Эльвир Валерьевна ему объяснил, что нельзя ссыковать. Давай. За батьку. За мамку. Ой. Еще два барьера, что ли, у него? А Эльвира Валерьевна с него падала уже стоит? Нет, она на разминке с него падала. На стартах с него падала только я пока, один раз. Спасибо. О, топ-человек. Ластуля, ты придурок! Он такой, я знаю. Потом вечером. Знаете, кто это? Это конь. Он уже у нас здесь убежал после Я старта. Уже видела. Он топ. Что топ? Вон там еще топовый Санёк. А вон там топовый Санёк. Где он? Где Саня? Где Хайвей Сан? Ну ладно, давайте этого покажем. А это топовый Саня. Гогин. Найдите Хайвей Сан. Не маши, пожалуйста, меня куйбейтс. Короче, смотрите, это мой крутой конь, а где-то мой крутой берейтер. Мой крутой берейтер, пошли к моему берейтеру топовому. Эльвира Валерьевна, стойте! За кашу манную, за жизнь туманную! Я вас обожаю! У меня конь, он день топовый. Так, что вы можете сказать о моем коне? А первый это день разве топовый? Да, но все равно. Лучший, он будет. Он топовый вообще. Да, да, он победитель. Он, конечно. Он чемпион. Он вообще прорыва. Все, можно говорить. Молчание какое-то. Сейчас гробовая тишина. Будем кричать громко. Иди в жопу. Да-да-да. В маршруте до 110 сантиметров дебютный круг. Третье место заняла Эльвира Сухована, Эластики, Ярославская область. Молодец! За кашу манную. За жизнь туманную. Я верю в ананас. Цитата дня просто. Цитата недели, да. Давай, и корм давайте, давайте все, давайте. У Мики уже третий корм. Второй.
Да? Второе место занял Александр Гогин на Highway Sunny, Ярославская область. Топовый мужик! Санечка. Санечка, не жди. Истерика. Санечка, не жди. По-русски. Агро, это из Рыбинска корма как бы. Это наша типа агро. Агро это наша корма. Агро это типа агрокорма. Кто трясет? В плане змеи корма. Ты тупая. У нас есть это агро. Кормагро это наши рыбинские корма как бы. Бля. Это у нас их делают. Я поняла шутку. Мы поздравляем победителей и призеров, желаем дальнейших спортивных побед. Я такой... Эльвира Валерьевна тащит. Пошли. Синя, там еще не снимается. Все снимается. Снимается, когда красная кнопочка. Я нажал на кнопку, ты тупая. Говори еще раз. В смысле, я так с самого начала говорил. Ты как только включила, она не начала не сразу снимать. Это ***ная реклама. Она так быстро не может начать снимать. Да, она уже... И надо, чтобы вот это начало гореть. Ну, так как бы она начинает гореть. Я чуть не упал. Я хочу вот эту штуку. Да я не снимаю еще. Ой, нет, я снимаю уже 15 секунд. Фига себе, у нас всего 3 минуты. На реклама. ФКСМ. Короче, иди сюда. Иди сюда. Смотрите. Это 2 вольтапа для моей лошади. Для Миконечки. Ты так по-блатному говоришь, на самом деле у тебя на канале всего 650 подписчиков. 653. 653, извините. На самом деле ты никому не нужна и умрешь от СПИДа. Ты дебил, ну, давай нет. Продолжаем. У него одно любимое слово. Иди сюда, Сень. А ты на цепешнице. А это репсу для моей любимой лошади. Видите, он тоже розовый. Ну, в смысле, для этой Микки. Вообще-то я так говорю, потому что у меня конфета тут. А это пополна для моей. Вообще ты говоришь, потому что ты на цепешнице. Спасибо. И у тебя много лишних хромосом, точнее 3. Сень, ты сам признался, что ты наполовину человек, наполовину обезьян. Ну, у меня-то их 47, у тебя 49. А, это бриджи для моей лошади. Ой, это можно было уменьшить. Это кондиционер для моей лошади. Стоит? О, ликер для моей лошади. Второй. О, смотри, бриджи. Бля, подожди, бриджи. Они что? Это вот на вот эти места. Они целлофановые, да? Это чтобы их еще раз стирать и сушить. Да. Все. Ну ладно, дай порыгать. Это был, как его? А как магазин называется? Ты не сказала, нам сейчас бабки не заплатят. Это Гандикап? Может, это Гандикап? Да. Это Гандикап. Ну все. Затаривайтесь только в Гандикапе. А? Бесплатно? Блин. Давайте за рекламу того, что мы вас прорекламируем, и нам бесплатно дадите мячик. Ну ладно. А, у меня осталось. Это 0... мне нужна реклама. У меня осталось 0 минут. У нас осталось 1 минута 54 секунды. Все, батькан закончил свою речь. Сеня. А вы батькан, ты вообще я не знаю, какая-то мышь подзаборная. Сеня, что это? Что это вам очень нужно, Сева. Да, это нам безумно нужно. А что это? Мать, берем. У меня вопрос, что это? Да нет, ты ничего не понимаешь, не сидеть удобно. Намигает красненьким 0 минут. Сейчас вырву. Иди отсюда. Она меня толкнула. Смотрите, кстати, какие блатные вещички. Ай. Не ломай их. Я ничего не сломала. Да вроде нет. Это, короче, их ломаешь, они в темноте светятся. 20 рублей в штуках. А как они крепятся вообще на руке? Никак. А можно мне выйти? Понимаешь? Мне залили дерьма в уши. Она сказала, что это просто... Надо его подальше от котика, потому что он не очень летает. Может, еще и котика поймаешь, и будешь такая, голубь. А-а-а, котик. Короче, это очень классная птичка. Она, короче, залетала ко мне в кобыле. Птица счастья. Завтрашнего дня. Так, На ней можно и срать, и сидеть. Она все равно ничего не делает. Кобылышок. Он слетел с нее? Нет. Кобыла уже сидел на тебе. Это моя птица счастья.
А я сама поймала. Мне кажется, какой-то подлянник, пошел. Целая ручка там, по-моему. Сфоткай ее вот так вот. Так, а был, не тряси его.